В центре Бомбея, этого прекрасного, веселого, величественного индийского города, находятся так называемые холмы молчания, где местная диаспора зороастрийцев, выходцев из бывшей Персии, прощается со своими умершими. На два небольших холма на берегу моря приносят умерших своих соотечественников и просто оставляют тело. Что происходит дальше? Дальше вы видите эти огромные количества кружащихся грифов и орлов, которые просто поедают эти тела. Таким образом, секта зороастрийцев не позволяет умершим телам засорять землю. Своеобразное представление об экологии, но тем не менее, на фоне очень красивых новых домов с видом на море в богатом районе Бомбея происходит вот такая невероятная картина. Эти парящие над одним из самых престижных и богатых районов Бомбея птицы, это и есть грифы и местная порода орлов, которые питаются падалью. Вот сейчас, скорее всего, там происходит прощание с кем-то, потому что очень много птиц начинает собираться над холмами молчания. Thank you.